Здравствуйте. Вы смотрите «Жесть», как всегда, о самых резонансных криминальных новостях. По будням буду рассказывать вам я, Анастасия Лаврова, сегодня в выпуске. 1 000 000 рублей. Кто заплатит за смерть Амички? Закладчик засветился, как задержали наркодилера и не успел, за что сельчанин убил сожительницу. В Нововаршавском районе Омской области совершено убийство на почве ревности. В поселке Большегривский прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть 38-летней женщины. На теле погибшей зафиксировали множественные кровопотеки и ссадины. Следователи выяснили, что к жестокому избиению причастен сожитель местной жительницы. В ходе расследования установлено, что причиной конфликта послужила ссора между мужчиной, с которым женщина состояла в интимных отношениях. При этом мужчина пришел в гости к женщине и увидел, что она ему изменяет с другим жителем села. После чего житель села скрылся с места происшествия, а мужчина, находясь в ярости, в злости, причинил телесные повреждения своей знакомой. Следователи предполагают, ревнивец избил сожительницу и ушел из дома. Через несколько часов он вернулся, чтобы помириться, но обнаружил бездыханное тело. Предварительно установлено, причиной смерти женщины стала черепно-мозговая травма. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет колонии. Матери погибшей во время урагана Амички выплатят 1 000 000 рублей. Так решил суд. Напомню, в апреле прошлого года остановочный комплекс рухнул на беременную женщину. Она скончалась на месте. Экспертиза показала, отвечает за состояние павильона управление дорожного хозяйства Омской области. Сотрудники организации не провели ремонтные работы, в результате произошло обрушение. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Омский район, остановка по требованию, 17-й километр автодороги Омск-Русская Поляна. После смерти женщины остановочный павильон заменили. Теперь здесь современная металлическая конструкция. О трагедии напоминает лишь венок. Еще в апреле прошлого года на этом месте была другая остановка, 1980 года постройки. От порыва сильного ветра, который Амичи окрестили ураганом Леней, рухнула стена павильона. На Светлану упали кирпичи. В результате она скончалась. Ураган был 28 метров в секунду. У меня есть документы. Смейте услышать, что было 18 метров в секунду. В 8:40, как Светлана погибла, была погода, ветер был меньше. Тем более у нас проходит лесополоса. Это уже как ветер уменьшается, юго-западный был ветер. Это как лесополоса строится для того, чтобы ветер уменьшался. И приборы вот находятся вот на 10 метрах от поверхности земли в высоте. Значит, еще был ветер меньше. Елена Березина уверена, погоду в смерти дочери винить бессмысленно. Остановка обрушилась на ее дочь по роковому стечению обстоятельств. На месте педагога дополнительного школьного образования, который в тот день ехала на работу, мог оказаться любой. Экспертиза подтвердила слова Елены. В павильоне отсутствовали крепления кирпичной кладки и железобетонные панели. Установленного несоответствия этого сооружения требованиям нормативно-технической документации в части отсутствия крепления кирпичной кладки и железобетонных панелей. Запланированный на 2014 год ремонт участка указанной дороги и замена остановочных павильонов казенным учреждением Омской области, именно управление дорожного хозяйства Омской области, в чем оперативном управлении находится дорога, осуществлены не были. Светлана Березина обратилась в суд. Прокуратура поддержала иск матери погибшей девушки к управлению дорожного хозяйства Омской области. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с организацию в пользу Елены Березиной 970 тысяч рублей. Как сообщил представитель ответчика, обжаловать решение они не будут. Почему ранее не могли заменить аварийную конструкцию? Почему ее заменили только после трагедии? Она не вызывала, видать, опасений или еще что-то. У нас есть государственный контракт на содержание данной автомобильной дороги. Остановка является конструктивным элементом автомобильной дороги. Подрядчик, который осуществляет содержание этой дороги, не обращал на нее внимания. Может быть, наш куратор не досмотрел, не готов сказать. Следственный комитет возбудил уголовное дело пока в отношении неустановленных лиц по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сыщикам предстоит выяснить, кто 30 лет назад построил остановку.
Фактически в настоящее время уголовная ответственность для юридических лиц не существует. В случае, если лицо, которое допустило нарушение при строительстве, в настоящее время скончалось, то органы предварительного следствия примут решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью. Установить лиц, которые построили остановку с нарушением, будет непросто. Документы о постройке остановочного павильона уничтожены. В сельском архиве был потоп. Расследование уголовного дела продолжается. На 2 года жительница Омска и ее сообщники могут лишиться свободы за подделку медицинских книжек. Предварительно установлено, женщина купила фальшивые штампы, печати и голограммы медучреждений. Через знакомых она распространяла информацию о своих услугах. Стоимость поддельной медицинской книжки доходила до 2500 рублей. Предполагаемая злоумышленница наняла водителя и курьера. Они занимались развозом и передачей заказчикам подложных документов. При обыске в квартире подозреваемой оперативники обнаружили более 80 поддельных штампов и печати, почти 150 бланков медицинских книжек и около 200 голограмм. Сотрудниками отдела полиции номер 10 ОМВД России по городу Омску задокументирована преступная деятельность группы лиц, занимавшихся изготовлением и продажей поддельных медицинских документов. Отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наркополиция задержала Амича, который, по версии следствия, распространял наркотики. 4 килограмма синтетики не дошли до зависимых. Подробности операции далее. То есть вы из большого взяли вот это, то, что вы сейчас храните, чтобы положить в другом месте? Да. А где это большое вы взяли? Ну, каска. Ну, как есть. Ну, вообще не знаком, не месте, где было сказано, куда прийти забрать. 23-летнего Амича задержали в подъезде дома Центрального округа Омска. По данным наркополиции, мужчина планировал сделать закладку. При личном досмотре у него изъяли около 60 граммов запрещенных веществ, так называемую синтетику. Обыск продолжили в съемной квартире наркодилера. Там обнаружили свертки с психоактивными веществами общим весом около 4 килограммов, а также предметы для расфасовки, упаковочный материал, электронные весы, банковские карты и телефон с информацией о уже сделанных закладках. Благодаря действиям сотрудников УФСКН до наркопотребителей не дошло порядка 78 тысяч средних разовых доз синтетики. В левом кармане спортивных штанов что у вас там? Сверток с чем? Черный, с разной этой химической гадостью. Ну, что такое химическая гадость? Как она называется? Даже если это сленговое название. Как у них там СК рос? Оперативники выяснили, химическую гадость мужчина начал продавать еще летом. Устроился закладчиком. Синтетику ему поставляли из соседних регионов. В обязанности Амича входило изъятие наркотиков из тайников, фасовка и сбыт розничным курьером крупными партиями. При этом сам задержанный не является наркозависимым. Начиная с 2012 года на территории Омской области мы наблюдаем всплеск активной торговли синтетическими наркотиками. И, к сожалению, рост их популярности среди подрастающего поколения. Поэтому одним из приоритетных направлений нашей деятельности Управления ФСКН России по Омской области сегодня является планомерная работа по выявлению, документированию и пресечению преступлений, связанных с распространением наркотиков именно синтетической группы. Только в прошлом году изъято более 80 килограммов высококонцентрированной синтетики. И с начала этого года уже более 6 килограммов. В денежном эквиваленте это более 100 миллионов рублей. Что касается 23-летнего Амича, ему грозит пожизненный срок за приготовление к сбыту наркотиков в особо крупном размере. К другим темам. В Москве в ванной умерла Амичка. Об этом сообщает «Комсомольская правда». 25-летняя Евгения Свириденко, по предварительным данным, скончалась от удара электрическим током от упавшего в ванну телефона. Гаджет был подключен к розетке. Бездыханное тело женщины обнаружила ее соседка. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся завтра. Будьте осторожны и берегите себя.